1 сентября все молодые россияне в возрасте от 14 до 22 лет включительно, в том числе и в Ульяновской области, могут получить пушкинскую карту. Ее депозит составляет 3000 рублей. Деньги можно потратить до конца года только в учреждениях культуры, музеях, театрах, филармониях и других организациях. Мы участвуем в проекте как регион. У нас зарегистрировано на сегодняшний момент 9 учреждений культуры, расположенных в городе Ульяновске. Это 3 государственных музея, 3 государственных театра, молодежный театр, не являющийся нашим подведом, Центр народной культуры, Ленинский мемориал и филармоническое направление, и музейное направление. В списке учреждений культуры Ульяновской области, которые подключились к инициативе «Пушкинская карта», музей-заповедник «Родина Ленина». Мы участники этого всероссийского проекта «Пушкинская карта», проект, по которому к нам можно прийти и расплатиться специальными культурными рублями, начисленными молодежи по этой карте. Мы сделали такой пилотный, пробный вариант. Мы предложили участникам «Пушкинской карты» прийти к нам и стать участниками 4 мероприятий. Мероприятия, которые можно посетить в музее-заповеднике «Родина Ленина» по «Пушкинской карте», интерактивная экскурсия в музее «Симбирская классическая гимназия», квест «Очень реальная история», который проводит музей пожарной охраны Симбирско-Ульяновска, интерактивная экскурсия по выставке «Власть сада» в музее «Дом-ателье» архитектора Левчака и сеанс в планетарии музея «Метеостанция Симбирска. Вселенная вокруг нас». Стать участником проекта очень просто. Как это сделать, нам рассказала участница проекта, на днях получившая виртуальную пушкинскую карту. Нужно установить приложение «Госуслуги Культура», войти туда через свой аккаунт на госуслугах, оставить заявку на оформление карты, сделать селфи, и в течение 5 минут она будет выпущена. Во время покупки билета там представлено несколько вариантов, то есть различные музеи, театры, другие заведения, куда можно пойти, можно выбрать абсолютно любое место и купить билет. Этой услугой в Ульяновской области воспользовалось более 100 молодых людей. Я считаю, что пушкинская карта – это уникальная возможность не просто провести свой досуг, но и культурно развиваться, узнать что-то новое в области искусства посредством посещения театров, музеев и выставок. В планах было сначала посетить, конечно же, наш театр ульяновский, но и в планах, конечно же, Москва, Санкт-Петербург. С октября текущего года Почта-банк готов тем, кому это необходимо, выдавать пластиковую пушкинскую карту. Со следующего года депозит пушкинской карты вырастет до 5000 рублей. Ирина Антонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.